на професор Вера Абокова от Държавния исторически музей на Червения площад, за тези, които не бяха на първата. Всъщност това е лекция, посветена на зараждането на руската национална идея след Отечествената война 1812 година. И мисля, че тази тема е твърде актуална за националната идентичност и не само. И за нас е удоволствие и чест да представим за втори път. Пак казвам, тези лекции са благодарение на съвместната програма, академичната програма, подписана между Софийски университет и фонд Курчаков. Така че се надяваме това да е първата лястовичка и всички да след това от Русия и да представят руската култура. Вера Михайлова, пожалуйста. Я с вашего позволения не буду вставать, но я уже вижу. Туда закайдет стоящие люди. Мы не так давно отметили юбилей Отечественной войны 812 года, и, в общем-то, торжества по этому случаю продолжаются, потому что война эта реально закончилась только в 1814 году, уже заграничные походы русской армии. Для России это чрезвычайно важный исторический факт, историческое событие, которое на очень долгое время, ну, по меньшей мере на 100 лет, а реально даже, в общем-то, немножко и больше, определило в дальнейшем самосознание нации. Сама по себе эта война не сильно известна в Европе. Европейские авторы мало ей занимаются. Историки эпохи Наполеона воспринимают русский поход как досадное недоразумение, случайность, которая вот плохо кончилась, но, в общем-то, они не придают ей роковой роли. А вот другое дело русской истории. Впрочем, такая же ситуация, она и с Второй мировой войной, как известно. Так случилось, что выпадение России на советский период из европейского контекста привело к тому, что Европа спокойно забыла в большинстве своем о роли Советского Союза в Второй мировой войне. Точно так же она забыла и о роли России в наполеоновских войнах. Если вы сейчас посмотрите любой европейский, американский фильм о наполеонской эпохе, обратите внимание на появление там русских. Это, как правило, эпизодическое и какое-то очень невнятное появление, которое явно не имеет отношения никакой ни к Наполеону, ни к его славе, вообще ни к чему. Так, случайно, где-то на периферии промелькнули. Ну, для нас это, естественно, очень обидно, поскольку мы-то придаем этой войне, как и войне Второй мировой, совершенно особое значение. Если Вторая мировая до сих пор является сплачивающим нацию элементом, и если у нас и есть что-то святое еще сейчас, в настоящее время, после 20 лет разочарования, то это именно победа над Гитлером. Именно это превращает нашу нацию все-таки еще в некое подобие единства. И праздник День Победы, 9 мая, отмечается абсолютно всеми, независимо от политических и каких-либо других убеждений. Причем не только в России, но и в бывших колониях российского, советского государства. Примерно та же самая ситуация была и с войной 1812 года, с Отечественной войной. Это был роковой год в истории человечества. Не знаю, почему историки до сих пор эту войну, вообще этот год не объявили мировой войной, потому что, по сути, в общем, в военные действия был вовлечен тогда весь более-менее сознательный мир, начиная с Соединенных Штатов и кончая Турцией. И все европейские территории так или иначе попали под действие военных событий. Сам по себе русский поход имел довольно смутную цель у Наполеона, очевидно. Он не очень понимал, для чего предпринимает этот поход. Точнее, у него было несколько вариантов причины желания пойти на Россию. Во-первых, желание освободить Польшу, о котором он прямо говорил. И долгое время он называл русскую кампанию польской кампанией. А кроме того, видимо, была скрытая цель поразить Британию в ее сердце, в Индии, в ее главной колонии, в главном источнике британского богатства. Собственно, все войны Наполеона, они были прежде всего направлены против Британии. Это старая любовь Англии и Франции. Даже у нас вот сейчас продается книжка в России английского автора «Почему мы так ненавидим друг друга», как называется, именно вот об взаимоотношениях этих двух стран. Но это была совершенно посторонняя России война. Суть в том, что когда начинался 1812 год, в России продолжалась война с Турцией. Очередная война, которая шла уже несколько лет, шла с переменным успехом, сменилось несколько главнокомандующих с русской стороны. И, в общем-то, когда назначили во главе русской армии Михаила Кутузова, Голенищева Кутузова, человека уже опытного, очень пожилого,
старого полководца, который прославился еще в конце 18 века. Более-менее удача стала сопутствовать русским войскам. И вы, наверное, помните прекрасно, что это была война, на которую болгары возлагали большие надежды. В сущности, может быть, несколько дней еще оставалось, и если бы русские сделали то, что они должны были сделать, Болгария получила бы свободу на полвека с лишним раньше, чем она ее реально получила. Но для России это оказалось невозможно. Более того, задачей Кутузова было как можно скорее свернуть эту кампанию, потому что уже в начале 12 года очевидность будущей войны с Наполеоном была безусловной. И армия была не так велика, чтобы ее делить на две части. Воевать на два фронта Россия не смогла бы категорически, это было совершенно очевидно. В общем, задача Кутузова была как можно скорее, по возможности, прилично завершить эту войну. Он это и сделал весной того же года. Новости тогда разносились медленно, и Наполеон узнал о том, что закончилась эта кампания, только когда уже вступил на территорию России. Для него это было потрясение, потому что он очень рассчитывал, что Турция оттянет значительную часть русского войска. Этого не произошло, и он был очень недоволен таким развитием событий. Но уже в апреле месяце русские войска начинают группироваться на западной границе, в Прибалтике, ожидая войны буквально с минуты на минуту. Насколько успели подготовиться, тут довольно трудно тоже сказать, есть разные мнения историков, но во всяком случае война не была неожиданностью. И основные вооруженные силы были под ружьем. Неизвестно было, с какими силами еще и придет Наполеон, поэтому для России вот этот момент оказался не вполне ожидаемым. Силы Наполеона были больше, чем на них рассчитывали. Довольно сразу стало ясно, что этот перевес далеко не в пользу России и будет довольно сложно сражаться. Ну и дальше, да, надо, может быть, стоит упомянуть, что, в общем-то, и для Болгарии эта кампания тоже оказалась не посторонней. Потому что, несмотря на то, что это был такой достаточно периферийный театр военных действий, о котором я сейчас скажу, но это тоже все-таки были действующие силы Отечественной войны. На территории армии Тормасова, которая закрывала от французов дорогу на Киев, южное направление, сражалось довольно много болгар из эмигрантов, 4 соединения, которые ранее участвовали в сражениях с Турцией в составе молдавской армии. А в самом знаменитом сражении Отечественной войны 1812 года был и один офицер болгарин, Георгий Мамарчик, который, в общем, со славой воевал и блестяще себя показал. Это немного, но, во всяком случае, как видите, действительно почти все мировой характер войны, он здесь только чувствуется. Сама по себе война оказалась одним из самых удивительных событий, вероятно, мировой истории. Огромные силы, которые привел Наполеон, достаточно стремительный ход войны. То, что на стороне Наполеона сражалась вся Европа. К этому времени Французская империя включала в себя территории Австрии, Пруссии, союзниками ее были скандинавы, Пиренейский полуостров уже был поставлен под ружье, огромное количество испанцев и португальцев было в составе французской армии. Про Италию я не говорю, вплоть до Неаполитанского королевства налог кровью платили французской армии. Но сам Наполеон, его репутация вполне заслужена. Безусловно, в истории человечества это был один из самых крупных полководцев. Никакими подобными фигурами русская армия того времени не располагала. И хотя армия русская была и немала, и достаточно хорошо вооружена, и особенно хорошо она была подготовлена с точки зрения артиллерии, количество ее пушек и качество их ничем не уступало французским, но в целом, в общем-то, это было страшное, безусловно, нашествие, потому что устоять перед такой силой никто раньше не мог. И русские сражались с Наполеоном уже не раз, это было и в 5-м году, и в 6-7 годах, было две неудачные кампании. И Наполеон русские войска бил и, в общем, оставил по себе память, такого, в общем, достаточно опасного, страшного соперника. Плюс к этому на него работала экономика всей Европы, плюс к этому Франция была все-таки самым прогрессивным по тем временам государством, и солдаты и офицеры Наполеона шли дело за идею. В то время как в России армия была крепостнической, набрана была из крестьян, которые были ничем почти не отличались от животных, и, в общем, ни о какой сознательности особо говорить не приходилось. Офицеры были воспитаны на французский лад, говорили все, как правило, почти по-французски. Многие даже не знали вообще русского языка. Но это
встречается в мировой истории. Возьмите недавние события на Кавказе, где все воюющие стороны говорят исключительно по-русски, потому что это оказался язык, который знают все, независимо от того, к какому они народу принадлежат. Это и чеченцы, и арабы какие-нибудь, наемники, они все говорят на русском языке, в общем, и, конечно, их противники тоже. Вот так обстояло дело, когда началась кампания. 10 июня объявили по старому стилю. У нас, напомню, в России вплоть до 1918 года существовало собственный счет времени, отличающийся от европейского, на 12 дней. То, что происходило в России, было на 12 дней раньше, чем в Европе. В России было 12 число, там было 24. Сейчас в 20 веке еще один день прибавили, поэтому разница 13 дней. У нас есть понятие старый и новый стиль. Я буду называть все даты по русскому стилю, потому что тогда Россия была именно такими числами. Так вот, 10 июня наполеоновские дипломаты объявили России о начале войны. И 12 июня через Неман, а тогда граница между Францией и Россией проходила в Белоруссии по Неману. Это было удивительно, в общем-то, тоже. Вот переходят французские войска и начинают идти вглубь России. Сразу ясно становится, что перевес очень большой. И почти сразу же рождается вот этот знаменитый киевский план ведения войны, который потом очень успешно осуществляется. Поначалу он вынужденный, потом это уже ему следует сознательно. Ну, сохранилось свидетельство античных авторов, что скифы, когда на них кто-нибудь нападал, они пользовались своими размерами своих территорий, прежде всего степных, тем, что это были степи. То есть они просто заманивали врага вглубь своей территории, исчезали в один прекрасный момент, и когда враг, истомленный жарой, бескормицей, невозможностью найти выход из этого положения, оказывался слаб, они на него нападали и уничтожали очень успешно. Ну, Россия могла тоже посоревноваться со скифией территориями своими, но поначалу, повторяю, это была вынужденная мера, потому что русская армия оказалась меньше существенно. К тому же она по первоначальному стратегическому плану была разбита на 3 отряда, и эти отряды тоже, в общем, были очень велики. Поодиночке их Наполеон бы, конечно, уничтожил. Задача была этого не допустить, собраться все вместе и по возможности потом дальше уже решать, что делать. И начинаются вот эти самые отступления и арьергардные бои. Сначала они идут на территории Белоруссии, и враг идет все дальше и дальше. Вглубь России, это и Гродно, и Мир, и Могилев, и Островно, и Витебск, и Брест-Литовск. Все город один за другим все более и более территории занимаются наполеоновскими войсками. Нашествие как пожар поглощает русскую территорию. Ну, пока это Белоруссия, это как бы еще не совсем Россия. Потом бой перемещается на территорию уже непосредственно русскую. И первым из русских городов падает жертвой этого нашествия город Смоленск, старинный город, который всегда являлся крепостью на русских границах, который всегда первым принимал нашествие с запада. Смоленск защищает несколько дней. Вот там как раз русским разрозненным армиям удалось соединиться у Ленина и удалось дать бой, многодневный бой, но в итоге Смоленск пришлось оставить. Отступая, жители Смоленска, а почти все они его покинули, сожгли его дотла и уничтожили все запасы, которые хранились в городе. Там были довольно большие запасы стратегические сосредоточены. И опять продолжается отступление. Вот как раз на этой стадии первоначального главнокомандующего генерала Барклая де Толли, немца прибалтийского, шотландского происхождения, решено было заменить другим военачальником, потому что на Барклая начинают уже смотреть чрезвычайно недовольна армия. Впоследствии об этом гениально Лермонтов написал в своем шедевре в стихотворении «Бородино». Мы долго молча отступали, досадно было, боя ждали, ворчали старики, что ж мы на зимние квартиры, не смеют разве командиры чужие взорвать мундиры об русские штыки. Ну и настроение было против Барклая. В итоге на его смену пришел заслуженный генерал Михаил Голенищев-Кутузов. Он был уже 70-летним стариком, по меркам 19 века дряхлым стариком, ему даже верхом было тяжело ездить. И он вообще считал, что вот это вот завершение кампании в Молдавии, это последний акт его карьеры, он собирался на покой. Но пришлось ему опять же идти воевать, и появление его было встречено с восторгом, но прежде всего это был знаковый персонаж, это был человек овеянный славой победы. И вскоре после Смоленского сражения он возглавляет армию, но продолжает ту же самую тактику отступления.
и отступают все дальше и дальше, оставлены Полоцк, Дорогобуж, Вязьма, Гжатск, Ельня, Орша. И вот уже пошли названия городов, которые рядом с Москвой находятся. Москва, хоть и столицей перестала быть, но осталась для русских священным городом. Можайск, Руза, Звенигород, Верея, Волоколамск. И уже до Москвы остается 100 километров, 100 верст, 100 километров. И вот тут он все-таки решено было дать генеральное сражение. Потому что совсем уж не сражались, заманить врага чуть не на всю Россию. Это было, конечно, сверхъестественно. Поэтому, хотя Кутузов понимал прекрасно бесполезность этого дела, но тем не менее он берется за генеральное сражение. И недалеко от Москвы, у села Бородино, это под Можайском, в общем, довольно близко сейчас от города, там происходит вот это вот сражение, оно тоже занимает несколько дней вместе с предварительными сражениями авангардов, где сходятся, ну, в общем, главные силы и французов, и русских. Французы, несмотря на то, что они очень сильно растянули коммуникации, получали подкрепление, русские тоже более-менее подполучили к этому времени небольшое подкрепление. И происходит то, что происходит, то есть встречаются две громадные армии с огромным количеством пушек. Русских было около 120 тысяч, 624 орудия, французов около 135 тысяч человек и 587 орудий. Несколько часов подряд сражаются не на жизнь, а на смерть. Итог был потрясающий. Город рубов, огромные потери и очень серьезные потери в командирском составе. Впоследствии это сражение назвали, во-первых, сражением двух артиллерий. Это был первый бой в истории, где артиллерия играла решающую роль. В первую очередь пушки говорили, а потом уже живая сила обеих сторон. Это была как бы первая война нового времени, 19 века, когда артиллерия будет уже определяющей. А кроме того, потеряли очень много офицеров и генералов, ранеными и убитыми. С русской стороны убиты и ранены было 23 генерала, в том числе многие из них очень известные. С французской стороны еще больше, 12 генералов погибло, ранено было 38, и один маршал погиб. То есть вот такие вот потери. Русских погибло до 50 тысяч, очень много было ранено, были пленные, французы потеряли до 35 тысяч, у них потери были меньше. Ну и, в общем-то, несмотря на то, что поначалу предполагали обе стороны, что на следующий день после главного сражения оно продолжится, ночью тогда не воевали, это была другая эпоха, стало ясно, что надо продолжать отступление. И отступая еще вплоть до Москвы. Ну, под Москвой сдать Москву, сдать столицу вообще страны, пусть даже и бывшую, но вот такую дорогую всем, без боя было совершенно невозможно. И Кутузов это прекрасно понимал, поэтому он готовился к сражению. Но когда он осмотрел приготовленные позиции, выяснилось, что они совершенно непригодны для действий его армии, потому что очень неровная местность, река, которая находилась в тылу русских войск, и отступать надо было в реку, причем с крутого берега, в общем, почти невозможно воевать. В итоге 1 сентября 1812 года в совете, военный совет, который состоялся в подмосковном селе Фили, Кутузов принимает единоличное решение оставить Москву без боя. Ну, с чем это сравнить, я не знаю. По-моему, в болгарской истории не было таких событий. Ну, в общем, можете себе представить, когда вот вы вот родную мать оставляете на произвол врага. Вот примерно такое чувство. Это было невозможно сделать, но это пришлось сделать. И самое интересное то, что, в общем, невозможность как бы оставаться в Москве занятым неприятелем признавали все жители города. Узнав о том, что Москву оставляют, жители Москвы начинают ее бурно покидать. Ну, еще и в начале лета, конечно, кто-то уезжал, опасаясь военных событий. Но вот это последний момент, так сказать, перед оставлением города приводит к тому, что население начинает повально бежать. Москва насчитывала в 1812 году порядка 300 тысяч жителей. Из них к началу вступления французов в городе оставалось около 6 тысяч человек. Огромный по европейским меркам, он и сейчас очень большой в центральной части город, город, который был густо населен, город, который был очень богатым, безусловно, это торговый центр, крупное сосредоточие многих торговых путей. Ничего не успели вывести, почти все оставалось на своих местах, минимальное спасение, потому что ну, в последнюю минуту это не делается. Город, набитый богатствами самых разных родов, начиная с запасов продовольствия и кончая обстановкой дворцов, которых было несколько сотен в городе, он остается на воле победителя.
Это было настолько необычно, никто так не делал. Вообще ход войны какой наполеоновский. Сначала вступление на территорию, какие-то арьергардные, авангардные бои, потом генеральное сражение, захват столицы, парад. И война закончена, все подписывают мирные договоры, все довольны. Вот это нормальный ход войны. Естественно, что когда Наполеон провел успешное сражение, он одержал как бы победу, русские продолжали отступать, хотя русские себя побежденными не считали. Он, естественно, ждал, что вот-вот война закончится. А вот тут вот и Москва, вот она, старая столица, вполне достаточно для того, чтобы завершить войну с блеском. И он, подойдя к Москве, еще целые сутки ждал, что из города придут люди, которые принесут ему ключи от города символически. Он парадом со своим воинством войдет на улицы Москвы. Он сидел целые сутки, но никто не шел. Потом разведчики донесли ему, что город пуст, что на улицах только немного пьяных, потому что разбили выгодные погреба, какие-то там заключенные из тюрем вылезшие, благодаря тому, что было полное безвластие. И это было абсолютно непонятно. Но Наполеон вошел в Москву, и на следующий день Москва загорелась. Кто это сделал, до сих пор непонятно. После войны все перетягивали одеяло на себя, французы упрекали русских, что они такие дикие варвары, нарочно сами это сделали. Русские сначала хвастались тем, что мы действительно это сделали, потому что мы, как древние римляне, решили, что вот мы пожертвуем всем ради будущей свободы. Потом начали отказываться от этого, говорили, что французы нас подожгли. Ну, потом французы, в общем, как бы тоже смирились с этим. Одним словом, очень много было разных точек зрения. На самом деле было, конечно, и то, и это. И Лев Толстой правильно написал, деревянный город, огромный, оставленный без присмотра, конечно, должен был загореться. Тем более, когда приходит человек, не умеющий топить русскую печь, она была особой конструкции, в деревянном доме, ну, так или иначе, в общем, это случилось. Были действительно и посланы полицейские, которые должны были уничтожить запасы стратегических продовольствия, пороха. Все это в Москве оставалось, не успели вывезти. Вообще вывезли очень мало. Государственные архивы, музей единственный московский, тогдашнюю оружейную палату, некоторую святыню с Кремля, наиболее чтимые иконы, ну и кое-что так по мелочи. Эвакуировали детей из воспитательного дома, детей-сирот, девочек в основном, потому что о французах уже тогда шла очень плохая слава в отношении их, скажем так, интереса к женскому полу любого возраста, начиная чуть ли не с цикламели. Поэтому вот об этом позаботились. И вот это вот, так сказать, была кульминация событий. Москва несколько дней горела, сгорела почти вся из... Сколько было домов поначалу? Было порядка 9 тысяч домов в начале войны, осталось меньше 2500. Ну, в общем, это основная часть города сгорела таким образом. Сами французы еле остались живы, Наполеона с трудом эвакуировали из пламени, потом он вернулся. Ну, город, в общем, лежал в руинах, хотя и в этом руинированном состоянии было множество разных сокровищ, которые французы с удовольствием, конечно, собрали все, каждый в свою кучку, сняли с... Кремлевской колокольни крест, потому что был слух среди французов, что он из золота, на самом деле он просто был позолочен. Огромное количество различных церковные утвари драгоценные смогли собрать, ну, естественно, ограбили дворцы, в которых оставалось много всего на поживу. И, в общем, все очень хорошо шло, причем была прекрасная теплая погода. Вот была такая теплая осень. Ничего особенного не происходило, все сидели и ждали, что вот мы тут останемся в Москве зимовать. А Наполеон сидел и ждал, когда же русский царь наконец ему пришлет парламентеров, чтобы подписать мир. И ничего не дождался. Он настолько был шокирован этим обстоятельством, что даже начал к Александру слать собственных посланников. И никто из них не добился никакого толку. От Кутузова они услышали фразу: «Вы войну собираетесь заканчивать, а мы ее только начали». Что ж, только не с того, не с сего, только начали, было хорошо воевать. Я опустила еще один любопытный момент, который тоже был очень, очень не в стиле вообще ни в одной европейской войны. Вот в тот момент, когда французы вошли в Москву, русские из нее вышли, и армия пошла куда-то. Она шла и шла, ее преследовал Мюрат со своим авангардом. Перед Мюратом постоянно мелькали какие-то казачьи полки. Ночью огромное количество костров загоралось по лесам. Вот они шли. А в один прекрасный день проснулись утром французы и увидели, что никого нет перед ними. Ни костров, ни казаков, ни мелькающих конских хвостов. Вообще пустая дорога. Куда же все делись-то? Из своего ужаса своего Мюрат понял, что русские куда-то исчезли за это время, пока он их преследовал. Выяснилось, что действительно это был обманный маневр.
и отвлекая авангард Мюрата, и тем пользуясь тем, что французская армия занята другими делами, русские умудрились свернуть на Калужскую дорогу и под селом Таротином устроили лагерь, который французы обнаружили только через месяц, послав разведчиков во все стороны. Вот так потерять армию неприятеля, это тоже, согласитесь, очень характерная была черта, которая, конечно, никуда не вписывалась. Причем сам маневр был очень простенький, на уровне школьного учебника тактики военного. И дальше целый месяц Наполеон сидел в Москве и ждал, когда будет мир. Но мир не наступал. Начинаются осенние дожди, его солдатам и офицерам приехали семьи, потому что все ждали, что здесь будут зимовать. А тогдашние семьи военных, они сопровождали главу семейства, пока было возможно. И дети, и жены все сидели в Польше. Потом, когда в Москве все остановились, ну как бы вот война закончилась. И они приехали, вызванные своими отцами и мужьями. Поэтому в Москве была такая семейная, вполне французская атмосфера. И вот как раз через 40 дней почти после начала сидения в Москве Наполеон получает известие о том, что русские наконец нашлись вот под этим самым Тарутином в лагере, где они отдохнули, где они получили довольно большие подкрепления. Подкрепления эти прошли подготовку необходимую. И вот теперь там свеженькая такая армия как бы ждет, чем дальше дело закончится. Более того, когда Мюрат нашел этот самый лагерь, он испытал и довольно серьезные военные поражения, потому что ему немедленно, ну что называется, наложили немножко, его побили. Такое вот было сражение. И известие об этом, ну настолько, в общем, уже раздраженного Наполеона, вот этой всей непонятной ситуации, настолько раздражило, что он немедленно срывается с места, берет с собой часть армии, остальное приказывает как можно скорее покинуть Москву и отправляется карать обидчиков. Вот туда, вот в сторону Калуги, тем более, что у него возник план, что можно перезимовать в более теплых местах, чем Москва, и не сгоревших отнюдь, где-нибудь там в южном направлении, где гораздо больше всех условий жизни. Вот туда его как раз и не пустили. И дальнейшие действия русской армии были направлены на то, чтобы Наполеона никуда вообще не пустить, ни вправо, ни влево, ни на север, ни на юг, а заставить его вернуться на ту самую дорогу, по которой он пришел в Россию. Уже разоренную, со съеденными всеми запасами, сожженную по сторонам, почти ненаселенную, и с раздраженным местным населением. Туда Наполеон в итоге и попал. Но перед этим, правда, покидая Москву, он попытался немножко еще отомстить. Все наиболее значимые сооружения старой русской столицы были заминированы и должны были взорваться в ночь отступления французов. Но пошел дождь. Поэтому взрывы, хотя и состоялись, но далеко не такие масштабные, как было задумано. Были разрушения в Кремле, были разрушения в ряде московских монастырей. Но в основном Москва уцелела. И месть не совсем удалось. Ну, а дальше происходит вещь совершенно необычная. Вот теплая погода, все довольны идут по осенней дороге. В общем, даже не особо грязно, дождики хотя и перепадают, но все нормально. И армия Наполеона потихонечку истаивает. Первыми падают лошади, их нечем кормить. Потом начинают падать люди, потому что люди тоже, в общем-то, не имеют припасов никаких. Их особо ничем не кормят. И потом, когда в ноябре начинаются холода, вот тут уже, в общем, выдержать было очень плохо. Солдаты Наполеона были изнурены долгими пешими переходами, их не на ком было, лошадей почти не оставалось. Они тащили на себе орудия, которые, конечно, по дороге начали бросать. Они тащили на себе вазы награбленного барахла, которые тоже пришлось бросать. Кончилось это все достаточно печально. Уже к моменту подхода к реке Березине, которая как бы должна была отсечь, наконец, Россию от европейских территорий, и где французы надеялись переправиться на другой берег, избавиться, наконец, от этого похода. Уже к походу, то есть при подходе к Березине, значительная часть наполеоновской армии была просто мертва. А потом Березинская переправа, где караулили русские, и, в общем, там начался обстрел артиллерийский. И вот эти огромные обозы с женами, детьми, с едущими с Москвы беженцами, иностранцами, которые решили сопровождать французскую армию, они пали жертвой, как правило, этого обстрела. Переправа через Березину была настолько ужасна, что до сих пор во Франции вспоминается как одна из национальных трагедий. Наполеон, правда, не дождался этого момента, он, увидев, чем кончается дело, и когда начались уже первые холода, бросает свою армию, отправляется в Париж, и там потом имеет неприятные объяснения с журналистикой, с парламентом, с
высшим светом, у которых зачастую имелись какие-то родственники, люди, знакомые в его армии, ушедшие в Россию. В общем, через границу России в декабре 1812 года из 150 почти тысяч человек, которые пришли в Россию, переправилось порядка 6 тысяч человек. При том, что, повторяю, боев почти не было. Были небольшие стычки, которые препятствовали тому или иному отряду французов уйти в сторону от намеченного пути отступления. Ну, согласитесь, картина фантастическая. Было ощущение такое, что вот кусок сахара бросили в чай, и он вот растаял бесследно. Или что сама земля поглотила вот эту французскую силу. Очень много французов осело потом в России, и некоторые до сих пор потомки из них живы, французские фамилии далеко не редкость в России, вот в Москве сейчас. И замечательный такой ресторатор по фамилии Делос, какой-то его дальний предок, осел в России после наполеоновского похода. Но большинство погибло, причем погибли даже поляки, которые, в общем, казалось бы, к холодам привычные. Тут что-то было другое, какое-то совершенно сюрреалистическое обстоятельство. И если мы с вами сейчас это воспринимаем как удивительный поход, то тем более удивлены были современники, потому что они вот ничего подобного никогда не видели. Это было что-то совершенно небывалое. Ну, помимо того, что война неправильная, она просто еще была странная. Как будто природа сама, ну, или высшее существо, или Бог, вмешались в события и вот так вот привели к этому странному и печальному концу. Ну, потом, после завершения русской кампании 24 декабря, в день Рождества Христова, она официально была завершена, и потом русские переходят через границу, идут по территории Европы, и дальше еще более удивительно, потому что прежние союзники, все, кроме поляков, которые очень надеялись на Наполеона, ибо не имели государственности своей, а он им их обещал ее, поляки остались ему верны, все остальные перешли на сторону союзников России, Англии и других стран, которые составили антифранцузскую коалицию. Вот катится назад волна к Франции, и по дороге она вся становится, ну, как бы русской, условно говоря. Австрийцы, пруссаки, другие немцы, шведы, даже датчане, которые долго держались, голландцы, итальянцы, я уж не говорю про испанцев и португальцев, там война продолжалась все время и в 12-м, в 13-м году, там против были наполеоновского владычества, и, как вы знаете, сопротивлялись очень усердно. Потом очень любили образ такой Испании и России, подают друг другу руки через порабощенную Европу. Ну, действительно, с двух концов, как бы, французская империя вот так была подорвана этими сражениями двумя фронтами. И взятие Парижа. Причем взятие оно было довольно тоже оригинальным, тоже, в общем-то, совершенно как бы нетрадиционно. Это было 18 марта 1814 года, и французы встречали русских как освободителей. Спрашивается, чему радоваться-то особенно. Ну, радовались они, правда, одному очень важному обстоятельству. Когда русские стояли на Монмартре и смотрели на город, а французы в ответ смотрели на них в бинокли, народу было очень много на улицах, и все смотрели на то, как к ним пришли захватчики. Вот в это время все боялись, что французская столица подвергнется той же участи, что и Москва. Что, войдя в Париж, русские его немедленно спалят, как это сделали, ну, или не сделали французы. А русские вошли просто мирно, и даже более того, все щебетали по-французски, поскольку действительно знали его очень хорошо. И французы тоже немедленно стали кричать «Ура! Да здравствует царь Александр!» И можно было подумать, что это вот они всю жизнь ждали, когда наконец к ним придут русские, и закончится наполеоновская эра. Но потом был еще 100 дней Наполеона, это вы тоже знаете. Тут Россия уже не принимала участия. Вполне хватило взятия Парижа и того, что приняли русских как триумфаторов, как освободителей. Потом появились стихи в России, знамена «Мстители Москвы шумят над сеной горделивой». Ну, надо сказать, в России очень гордились тем, что они вот так вот великодушно отомстили французам, не их оружием, а по-своему, пощадив французскую столицу и, кроме того, даже вот как бы еще и решив судьбу Наполеона не самым печальным образом. Англичане-то были сразу настроены на то, чтобы сослать его далеко, надолго. Наверное, вы знаете, в биографии Наполеона был удивительный эпизод. В детстве, когда он в школе писал тетрадь по географии, у него там появилась запись. В общем-то, о месте, которое ничего из себя не представляло, Святая Елена, маленький остров. Впоследствии биографу Наполеона очень
часто вспоминали, вот как бы провидение своей будущей судьбы. Но святая Елена потом наступила. Сначала его сослали, как вы знаете, не так далеко, и он смог вернуться. И это было по настоянию русского государя Александра I. Он хотел быть великодушным до конца. Он одарил Жозефину Бонапарт, хотя и отставную, но все-таки жену Наполеона. Он снисходительно обошелся со всеми его братьями. И там, где европейцы жаждали крови, он постарался отстоять вполне почтенное существование родственников Наполеона. Любопытно, что впоследствии семья русских императоров породнилась с потомками Наполеона через герцогов лихтенбергских. Так что вот в какой-то степени это тоже было, может быть, предвидение будущего. Ну, как бы то ни было, вот война закончилась. Восприняли ее, конечно, совершенно своеобразным образом. Помимо того, что это была война на напряжение всех сил, огромное количество людей ушло в это время воевать, и прежде всего это касалось офицерства, дворянства. Помимо того, что эта война, ну, в общем, действительно казалась войной на выживание. Это был вопрос судьбы, о судьбе дальнейшей России. Эта война еще и своим развитием, конечно, поразила воображение. И тут играло два фактора. Ну, прежде всего, что по народному мнению, как бы вот общее мнение народа России, заключалось в том, что всякая война – это наказание за некие грехи, которые обычно совершает правитель. Такие грехи были на совести русского царя. Он, хотя и невольно, но оказался причастен к убийству его отца во время дворцового переворота. И, в общем, эта война, конечно, вот была наказанием за грехи. Но, кроме того, тут играл еще один фактор. Обычно, опять же, в русском народном сознании было и мнение о том, что тот, кто начинает войну, тот ее обычно и проигрывает. Есть такая поговорка, что ли, на начинающего Бог. И когда война началась, в первом же указе Александра I эта фраза прозвучала. На начинающего Бог. Надежда на божественное вмешательство, хотя Россия не заслужила, потому что согрешила перед всеми правилами строгой морали, она присутствовала с самого начала. И когда война вот так стала развиваться, абсолютно непонятно почему, конечно, ни на кого, кроме как на Бога, это, ну, заслугу в этом не возлагали. Мы-то почти ничего не делали, как бы. Мы не воевали почти. Потери русской армии вот в этом длинном отступлении наполеоновских войск, в общем, где-то на 2/3 заключались в обмороженных и умерших от болезней. Очень суровые холода, они и русским были тяжелы. Поэтому много простуженных, многие умирали от воспаления легких, ну, естественно, от дизентерии, как во всякой военном походе. А раненых и убитых было не так уж много. И вот такое отступление французов, вот такой ход событий, он был совершенно неясен. Именно без высшего вмешательства как бы не обошлось. Поэтому, когда война закончилась, в ее память всем участникам выдавали медаль, на которой на серебряном диске был изображен старинный мистический знак, эмблема божественного провидения, треугольник, списанным в него глазом. Символ судьбы божественного провидения, вмешательства Бога в человеческие дела. И подпись там была знаменательная не нам, а имени твоему. То есть все заслуги туда, вот там решили именно так, покарать, а потом помиловать Россию. Ну, естественно, что, во-первых, война породила очень много религиозных настроений. Ну, представьте себе, когда горит ваш дом, когда ваш сын где-то там сражается, естественно, всякое сердце болит об этом, и в церкви устремились люди. Причем русское дворянство, а в первую очередь речь идет о нем, потому что оно составляло общество, вот мыслящую часть страны. Да, русское дворянство в 18 веке ведь было очень равнодушно к религии. Это была эпоха индифферентности религиозной. Верующих было не так уж много. Большинство, если и ходило в церковь, то соблюдало внешние обряды, почти не чувствуя ничего. А вот тут, в обстоятельствах опасности, когда вдруг у всех возникло желание обязательно выстоять, обязательно защитить свою страну, безусловно, к Богу стремились. Потому что это была одна из немногих опор, которой можно было как бы верить. Вот что-то такое, что могло поддержать в такой момент. Массовая религиозность в это время проявляется очень активно. Кстати, император Александр, тоже выращенный в таких рационалистических представлениях, становится в это время истово верующим человеком, правда, на свой лад. Ну, а кроме того, безусловно, возникает сразу почти вопрос, а за что же, собственно, нам такая милость от судьбы? Почему нас не съели, а наоборот, мы смогли вот так вот выгнать неприятелей из своих границ?
наверное, какие-то заслуги есть, какие-то особенные достоинства. И вот тогда-то и начинается размышление над тем, что, собственно, Россия представляет собой. Казалось бы, раньше-то все было понятно. Россия – часть Европы. Вот мы немножко выучимся, научимся иностранным языкам, пройдем университетские курсы, и будем мы такие же европейцы, как все прочие. Особенно, конечно, французам хотелось быть похожим, потому что там была блестящая цивилизация, там была огромная литература, была культура, музыка, этикет необыкновенно сложные, дворцы. Вообще все было так пышно и красиво до революции этой французской, что на это хотелось, конечно, ориентироваться. И мода там рождалась, и манеры там такие утонченные. Русские вообще переимчивый народ, как и все славяне, и поэтому очень ловко умели подражать французам. Об этом сами французы знали и, в общем, далеко не гордились тем, что у них такие обезьяны получаются, которые очень ловко их передразнивают. Но для русских вельмож, для русских аристократов это было как бы предметом гордости, если удавалось говорить по-французски так, что почти не отличали от настоящего француза. И вот выяснилось, что, в общем-то, Европа и Россия – это немножко разные вещи. Более того, можно прекрасно говорить по-французски, но выясняется, что французы сами в качестве образца для подражания не очень подходят. Они в ходе этой войны показали совершенно другие качества – нелюбезность и прекрасные манеры, а кровожадность, жестокость, способность к различным кощунствам, то, что они устраивали в церквах, то, что они устраивали с русскими женщинами – это, безусловно, не радовало никого. Спрашивается, кто же учителя-то, а стоило ли учиться у таких учителей? И вообще, почему как-то вот получилось, что мы вроде бы вне этого процесса европейского? Вот европейцы, они все покорились, а тут Россия вдруг не покорилась. Какая-то она другая оказалась. И что она собой представляла, вот об этом начинают размышлять послевоенные годы. Причем очень в массовом порядке. Об этом пишут все журналы, об этом пишут много книг, об этом рассуждают и поэты, и публицисты, и журналисты, и историки. И довольно быстро приходит к выводу, что Россия действительно не очень похожа на европейские страны. И другие масштабы, и другие представления. Другая вера, которая очень сильно отличает от европейских людей. Тем более, что в Европе и безбожие очень в это время уже развито, а в русском народе по-прежнему, казалось бы, набожность такая. Теперь вот еще и дворянство как бы тоже присоединяется к этому. Плюс к этому в России совершенно оригинальный образ правления, он тоже похож на европейский. Это не совсем абсолютная монархия, не то, что, в общем-то, во многих европейских странах существовало. Это монархия, которая опирается на нравственный закон, на нравственные ограничения. Русский царь – это, в сущности, отец нации. Вот такой семейный стиль отношений, который существует в русской монархии, он, безусловно, оригинален. А к этому времени поспела уже европейская теория о том, что есть разные возрасты стран, и государственные возрасты вызывают обычно ту или иную форму правления. Если народ пребывает в детстве, то есть достаточно легкомысленно, не способен сам собой управлять, ему необходима плетка. Если народ в отрочестве, ему необходим строгий воспитатель. Строгий, но справедливый, может быть, заботливый родитель, который будет удерживать от неправильных шагов. Но если народ уже зрелый, он может сам собой управлять, тогда там, возможно, и республика. Так вот, Россия как раз сейчас в состоянии юности. Ей нужен строгий, но справедливый воспитатель, который не будет слишком подавлять, но в то же время не даст слишком много воли. Русская монархия – это второе отличие от большинства европейских стран. Ну и третье отличие. А за что, собственно, Бог-то так Россию вдруг полюбил? Может, мы какие-нибудь хорошие, особенные? Наверное, у нас какие-нибудь есть качества, которых ни у кого нет. Мы начали искать, как говорится, эти качества, нашли, что их очень много, и что носители, конечно, не развращенное дворянство, которое вот благодаря тому, что оно французское воспитание получило, вообще неизвестно, чем забита его голова, и оно не совсем даже русское, а некоторые даже языка не знают. А что объединяет нацию в первую очередь? Это прошлое, язык, да еще общие победы. Ну и вот приходит к выводу, что именно народ русский, наверное, вот он и есть главная причина победы. Тем более, что когда Наполеон отступал из России, и вот эти вот его отряды шли по уже разоренной и достаточно обиженной территории, назревает и страшный масштаб партизанского движения. И народ буквально, так сказать, еще и выживает отдельные отряды французов, и уничтожая их, и всячески препятствуя его нормальному существованию. Партизанское движение в основном состояло из представителей крестьянства, то есть прежде всего из представителей народа. Помимо того, что русский народ жесток, но отходчив, нашли, что он любит Бога и царя, очевидно, это его
изначальное, исконно ему присущее качество, что это народ, который очень кроток и смиренен по сути своей, пока его не раздразнишь и не заставишь действовать вопреки его природе, ну, что это народ, исполненный всевозможных других, и в основном таких достаточно пассивных достоинств. Даже не столь суть, потому что, что на самом деле представлял собой русский мужик, никто не знал еще. Это было вот какое-то существо, которое где-то там копошилось в своей избе, и, в общем-то, мало кто с ним контактировал из людей, которые размышляли о судьбах России. Но главное, что народ стали вот воспринимать как носитель неких особенных сакральных качеств. Народ, который обладал какими-то особенными особенностями именно вот русского национального характера, от которых оторвалось дворянство, но которое должно к этим народным качествам тоже как-то обратиться со временем. Вот таким образом начинается познание себя и формирование собственного национального представления о себе. Представление о себе как о людях, отличающихся от других европейцев, ну и в какой-то степени людях, имеющих совершенно самостоятельную национальную физиономию. Это очень важный оказался момент в истории России, потому что в дальнейшем нужно было пройти еще несколько стадий вот в этом самопознании. Родилась впоследствии и официальная теория народности русской, которая была обязательна для использования. Что же касается самой войны 1812 года, то она оставила по себе необыкновенно важные последствия. Во-первых, это было событие, которое помнили. Многие войны велись России, чаще всего о них помнили только участники, какое-то время спустя забывалось все. Причем это могли быть войны очень значимые. Ну вот 12-й год — это то, что помнили многие годы, и вплоть до 1912 года, столетней годовщины, каждый год отмечали в день Рождества Христова победу в этой войне, многочисленные памятники были поставлены, в Зимнем дворце была организована галерея участников, генералов, которые возглавляли русскую армию в том 12-м году. Более того, наработки 1812 года, начиная с государственной пропаганды вот этой самой священной войны, войны двух цивилизаций, которая существовала в 12 году, партизанское движение, отступление с уничтожением стратегических запасов, чтобы не достались противнику, ну и как иногда шутят наши историки, чтобы самим потом, вернувшись, не найти ни кола, ни двора, вот это все было использовано впоследствии русскими военными стратегами и тактиками, и особенно наглядно это было продемонстрировано во время Второй мировой войны, или Великой Отечественной войны, как ее называли, в 1941-1945 годах. Вот то, что в 12 году было найдено, это продолжало использоваться и партизанское движение, и отдельные образы, которые использовались в 1941-1945 годах, образ того же Наполеона, отступающего из России. Тогда, знаете, появились такие боевые киносборники, как их называли, агитационные коротенькие короткометражки такие, кино, игровое, как правило, смонтированные из нескольких сюжетов. Их показывали в кинотеатрах перед большим фильмом. И вот эти самые боевые киносборники зимой 1941 года, в одном из них был сюжет, очень коротенький. Зима, открывается дверь, входит Гитлер, а навстречу ему выходит Наполеон. И, остановившись на пороге, поворачивается и говорит: пробовал, не советую. Вот такой вот образ как бы этих двух войн. Был организован, основан орден Кутузова, в котором награждались генералы войны Второй мировой. То есть, в общем-то, образы 12-го года, они продолжали присутствовать. Это тоже одно из проявлений значимости этой войны для истории России. Кроме того, война 12-го года была одной из тех немногих событий в русской истории, которого никогда не было стыдно. Вот все может быть. Вот мы такие сякие, вот мы плохие, но у нас был 1812 год. И это был предмет абсолютной гордости, который не подвергался сомнению абсолютно никем. Этот процесс, эта война 12-го года, она породила огромный пласт национальной мифологии, без которой ни одна страна не может существовать. Массу образов из национального пантеона, который знает сейчас каждый школьник, ну или уже не каждый, может быть, но во всяком случае они широко разошлись и в литературе, и в живописи, и, так сказать, вообще в общественном сознании. Создание целого ряда персонажей, которые являются воплощением лучших черт национального характера. Это обычно в мифологии направлено. И таких образов очень много было в 12-м году. Скажем, образ генерала Раевского,
у которого вместе с ним в походе находилось, после он в начале войны не смог их отправить домой, при нем было два его малолетних сына, 11 и 14 лет. И в сражении под Смоленском, когда часть Раевского стала отступать, и он, увидев это, постарался перевернуть события, то есть броситься в атаку, чтобы пошли за ним, он устремился вперед, ведя за руки этих двух детей с криком, ну, что-то на тему того, что я и сыновья мои, вперед, друзья, я и мои сыновья покажем вам дорогу. Вот этот образ отца, который ведет самое дорогое свое, может быть, на смерть, для того, чтобы остановить позорное отступление, этот образ сразу входит в национальную мифологию. Образ генерала Барклая де Толли, отставного командира, которого вот оболгали, которого презирали, ненавидели все за то, что он делал, хотя он делал все правильно. Действительно, вторую половину войны он сражался, как обычный генерал, и все время искал смерти. Он то и дело оказывался под огнем, и все пули его обходили стороной. Он остался жив до самого конца кампании, ни разу не был ранен. Но смерти искал усердно. И вот этот образ одинокого и непонятого и затравленного человека, которому обязаны победы и который ищет смерти, это был еще один очень важный образ национального пантеона. И о нем потом долго вспоминали, и были разные романтические реминисценции на тему этой судьбы. Или, скажем, образ женщины Маргариты Точковой, которая потеряла в Бородинском сражении обожаемого мужа, осталась младенцем, сыном на руках. После того, как французы заняли Москву, естественно, на Бородинском поле не успели убрать трупы. Трупы продолжали лежать потом до зимы, пока французы не прошли обратно. Поле все было завалено трупами. Тело генерала Точкова, супруга Маргариты, не нашли. И ей, как только предоставилась возможность, ну, захотелось самой найти умершего, погибшего супруга, чтобы его предать земле. Она поехала на Бородинское поле в ноябре месяце, уже после того, как ушли французы. Там еще лежали эти закоченелые тела. Вместе со священником местной церкви вечером она приехала и сразу пошла искать. С фонарями они прошли весь тот участок очень сурового места сражения, где погиб генерал Точков. Заглядывали в лица убитых. Не нашли. Тело так и не было найдено. Но потом, когда уже прошло несколько лет, спустя умер сын Маргариты Точковой, она вернулась на это поле и основала там женский монастырь. В него вошли монахини, сестры, жены, вдовы погибших, тех, кто сражался на Бородинском поле. И задача их была в основном молиться за погибших. Вот еще один образ, который стал знаковым. Монастырь этот до сих пор существует на Бородинском поле, и там монахини по-прежнему молятся о погибших. Еще один образ, очень красочный, который вот так вот одним конкретным штрихом давал какое-то представление об этом. Ну, была еще одна женщина, скажем, кавалерист-девица, как ее прозвали, единственная женщина-офицер, которая сражалась в мужском мундире, Надежда Дурова. Она тоже стала персонажем почти фольклорным в России. Таких очень много было героев, ну, не буду продолжать этот ряд, это действительно то, что вот пополняет образ национальной гордости, скажем так, то, что давало возможность на себя ориентироваться впоследствии. Ну, можно прибавить то, что герои войны 1812 года потом больше 50 лет определяли внутреннюю и внешнюю политику России. Многие из них, Ермолов, Воронцов, были покорителями Кавказа, участниками Кавказских войн, какой-то свой боевой опыт вносили в новые военные кампании. Дибич, Паскевич, известные колониальные деятели, тоже герои были войны 1812 года. Опыт партизанской войны был обобщен одним из немногих дворян-партизан Денисом Давыдовым, и потом стал настольной книгой у тех, кто занимался партизанской деятельностью уже в последующих военных кампаниях. Это был, то есть 12-й год, это еще источник бесконечного вдохновения для художников, больших, малых, живописцев, писателей, поэтов. Все знают «Войну и мир». Это действительно знаковая книга. 50 лет спустя была написана после событий Отечественной войны 1812 года. Великолепно проанализированы и, главное, обрисованы события лучше, чем, наверное, живые люди, персонажи, которые у Толстого возникли. Но помимо Толстого, ведь почти вся русская литература 19 века питалась образами 12 года. Я вот упоминала уже Лермонтова. Он был мальчик еще, но он вырос на событиях 12 года. Он почти современник. Он еще знал людей, которые в этом участвовали. И он пишет одно из лучших своих творений, большое стихотворение «Бородино», которое все разошлось на цитаты. Там каждое слово буквально настолько выразительно. Там молодой солдат спрашивает старого, который участвовал в этой войне: «Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром французов, там, а ведь были же схватки боевые, да говорят еще какие, недаром помнит вся Россия про день Бородина. Ну и дальше там описывается сам ход этого сражения, и там есть вот такой, скажем, блестящий эпизод, где этот старый солдат рассказывает: полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатом, да жаль его, сражен булатом, он спит в земле сырой. И молвил он, блеснув очами: ребята, не Москва ли за нами? Умрешь у под Москвой, как наши братья умирали. И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали мы, Бородинский бой. А потом, в 1941 году, когда Гитлер стоял под Москвой, разошлась тоже по всем газетам фраза политрука Клочкова, главы отряда из 28 бойцов, которые у разъезда Дубосекова приняли бой уже нового врага, вот этого самого Гитлера с его войсками. И он произнес тоже фразу: «Велика Россия, отступать некуда, сзади Москва». Эта фраза тоже стала крылатой. Вот видите, такие параллели, они, ну, действительно, вот как бы смысл этого события чрезвычайно точно показывают. Многие пушкинские строки были посвящены войне 1812 года. «Напрасно ждал Наполеон». А, это Лермонтов из другого стихотворения. «Напрасно ждал Наполеон последней славы упоенной Москвы, колонны преклоненной, с ключами древнего Кремля. Нет, не пошла Москва моя к нему с повидной головою. Ни праздник, ни парадный дар, она готовила пожар нетерпеливому герою». У Пушкина. Пушкин мальчиком пережил события войны. Вообще война, которая велась на своей территории, для России была настолько большой редкостью, что проходила непосредственно через сердце переживания тех событий. До этого воевали на чужих территориях, более 100 лет воевали. Это была после очень долгого перерыва война на территории самой непосредственно России. И когда это происходит в твоем доме, конечно, впечатление совершенно иное. А Пушкину было всего где-то лет 14 в это время. И он очень мечтал уйти на фронт, как и все мальчики его возраста. А через Царское Село, где они учились в лицее, постоянно проходили войска. Иногда там были очень молодые мальчики, лет 16, буквально почти ровесники, но немножко старше. И он потом вспоминал о том, как они это перечувствовали. «Чему-чему свидетелем мы были, играющие таинственные игры, метались и смущенные народы, и высились, и падали цари, и кровь людей, то славы, то свободы, то гордости погрела алтари. Вы помните, текла за ратью рать, со старшими мы братьями прощались, и в синий наук с досадой возвращались, завидуя тому, кто умирать шел мимо нас. И племена сразились, Русь обняла кичливого врага, и заревом московским озарились его полкам готовые снега». Опять вот эти образы и опять желание умереть, но победить. Или, может быть, своей смертью искупить победу. Это было очень, повторяю, важно. И вплоть до начала 20 века эти образы продолжают присутствовать. Та же Цветаева с ее стихотворением «Генералом» 1812 года. «Лычьи широкие шинели напоминали паруса, чьи шпоры весело звенели, голоса, и чьи глаза, как бриллианты, на сердце оставляли след очаровательный франты минувших». Европа очень недолго радовалась тому, что ее освободила русская армия, а довольно быстро начала ощущать себя как бы в некоторой досаде, что освободили ее не какие-нибудь цивилизованные европейцы, а непонятные варвары с восточной части Европы, почти из Азии, бородатые, странные и к тому же еще, в общем, достаточно малоцивилизованные. И в Европе начинается очень сильная тенденция, как бы сводящаяся к тому, что от России начинают ждать экспансии, начинают говорить о русском, то есть о желании России завоевать рано или поздно весь европейский мир и подчинить своей воле. И, безусловно, воля это будет настолько же печальна, как она проявилась, скажем, в отношении к Польше, которая является частью Российской империи. Кстати, именно Александр I настоял на том, чтобы Польшу не разделили опять на части между разными державами-победительницами, к чему все были очень склонны, а чтобы ее оставили в целости так, как ее собрал Наполеон, и согласился как бы курировать эту страну, чтобы ее никто не обидел. Но, правда, Александр потом умер, начинается другое правление, и у поляков, естественно, возникают проблемы с русской цивилизацией, с которой они давно уже в довольно натянутых отношениях пребывают. Вот после того, как в 1831 году поляки взбунтовались, а русские их подавили, что, в общем, совершенно естественно в колониальном государстве,
В Европе заговорили о том, что надо ждать от России всяких гадостей. И рано или поздно, когда, наконец, русские везде будут, вот тогда кнут засвистит над одичавшей Европой. И, в общем-то, это, конечно, никого абсолютно не устраивало. В этом мнении было много преувеличений, но суть в том, что Россия почувствовала некую враждебность окружающей ее Европы и еще более это усилило ощущение собственной отдельности. Вот этот фактор, кстати, очень сильно повлиял и на то, что в России начинают искать что-то родственное, близкое себя. И довольно быстро выходит естественное представление о том, что Россия не просто отдельное самостоятельное самобытное государство, но еще и часть некоего мира славянского, который, правда, не имеет, кроме России, ни одного самостоятельного государства, где отсутствует государственность, но, тем не менее, этот мир близок и по вере, и по духу, и по национальному характеру, и по языку, и поиски себя в качестве именно славян, особенно набирают силу в 30-х годах 19 века. Но вообще интерес к славянской теме был связан очень тесно с проблемой национальной самоидентификации, потому что русский язык был частью славянского языка. Кстати сказать, церковная служба в России продолжала существовать на славянском именно языке, на церковно-славянском, который, тем не менее, очень близок был к большинству существующих в то время живых славянских языков. Это довольно быстро стало ясно, когда русские начинают усиленно изучать природу собственного языка, вот на базе того, что страна такая особенная, язык, то, что объединяет нацию, а у него еще не существовало даже общепринятых грамматических норм, занятия филологов приводят к тому, что славянские языки начинают изучаться очень интенсивно. В первую очередь, конечно, интерес русских исследователей обращается к ближним соседям, к подданным Австрийской империи, в первую очередь к чехам, которые довольно быстро, так сказать, прониклись особенностями этого русского научного интереса, активно контактируют с русскими исследователями, очень охотно дают различные сведения, делятся старинными рукописями. Кроме всего прочего, с чехами можно было уже объясняться без переводчика. Большинство фраз было понятно с обеих сторон. И вот это родство, оно начинает все более активно ощущаться. Плоды изысканий, прежде всего, чешской культуры, активно публикуются. И русское общество все более приобщается к сознанию того, что есть вот большой пласт народов, которые не только не против того, что, так сказать, Россия могла бы когда-то взять их под свое крыло, но еще и просто нуждаются в ее помощи, потому что сами не имеют самостоятельности, независимости, хотят свободы и вполне достойны ее. И у этих народов с Россией общие корни, таким образом еще более надо на это обратить внимание. Вот что касается тех славянских стран, которые находились в это время под турецким владычеством, тут обстоятельства были гораздо более сложные. Ту же Болгарию, например, русские почти не знали. То есть в церковной среде, где довольно часто появлялись иерархии славянских семей, были тесные контакты, там этого никогда не забывали, что представляет свой тот или иной славянский народ. А вот масса, то есть именно русское общество как таковое, оно долго не было знакомо с большинством тех стран, которые оказались под турецким владычеством, потому что турки на своей территории практически никого из русских исследователей не пускали. В 1804 году два выпускника Московского университета и студенты Гетингенского университета, как раз интересовавшиеся этой тематикой, Касаров и Тургенев, отправились по славянским землям, прекрасно проехали Чехию, побывали в других славянских странах австрийского подданства. А как только они подъехали к турецкой границе, граница немедленно перед ними закрылась. И увидеть, что там творилось со славянскими странами, они совершенно не были способны. Подобные ситуации повторялись то и дело. И вот тут понадобилось, чтобы та же Болгария сама пришла в Россию. И это произошло тоже. Иммигранты, которые осели на территории Молдавии, составили анклав собственной культуры, с языком, со многими традициями. Кстати, Молдавия, вот мы сегодня вспоминали, что это вторая страна, где существует празднование Бабы Марты, где есть мартемица, больше нигде в мире нету, только Болгария и Молдавия, потому что там очень много было болгар, они оказали влияние на местную культуру. В Румынии не знаю, а вот это я знаю точно. Вот по-близко это все, потому что, наверное, там тоже было большое было количество иммигрантов. И когда Юрий Венелин, как его называют в России,
смог вот с этими молдавскими болгарами основательно познакомиться, он, собственно, составил себе представление о всем народе, в целом, вот по этой небольшой колонии эмигрантов. Его книга, которую он об этом написал, становится открытием для русского общества, открывает первые глаза на эту историю, на этот народ. И вот таким образом начинаются тесные, все более теснеющие связи между Россией и Болгарией, которые в итоге завершились, ну пусть не вполне победоносной, но во всяком случае достаточно важной войной 876-77 годов. И медаль, которая была выпущена и роздана участникам кампании 76-77 годов, представляла собой диск, на котором было изображено все видящее око. И имелась надпись «Не нам, не нам, но имени твоему». Так что в какой-то степени перекличка этой войны с событиями 12 года, как войны цивилизационной, священной, войны двух миров, она тоже вот была подчеркнута таким любопытным образом. Ну, с вашего позволения, на этом я закончу. Вопросы, пожалуйста, ко мне, если есть. На памятнике то же самое, такие такая надпись. Ну, это как бы лозунг, что ли, девиз этой компании 77-77. А это только те, которые отечественные и наши, которые с такими медалями нам и нам, а имели твоего, а другие войны не были с такими медалями? Нет, это две компании, то есть только эти наполеонские войны, и потом вот компания 76-го, то есть турецкая компания за Болгарию, или болгарская война, можно так сказать. Другие, там всегда были другие эмблемы, другие надписи. Здесь именно вот сама идея войны, повторяю, двух миров и двух, ну как бы вот цивилизаций, она именно и подчеркивалась. Потому что война за освобождение единоверцев, она воспринималась именно как такая же священная война, как война 12-го. Массонскими обществами, поскольку вы знаток тайных обществ России первой четверти 19 века, и тут много разных споров. То самое общество или еще надо универсализировать. Ну, надо вам сказать, что масоны, как всякое, в общем-то, любое другое общество, оно использует, как правило, то, что рядом находится. Существовал целый ряд эмблем, в основном общепонятных эмблем, который масонство использовало в качестве своих, и можно было трактовать в зависимости от обстоятельств ту или иную эмблему различным образом. Все-таки всевидящее око – это не столько масонская, сколько мистическая эмблема. И в этом качестве она очень давно имеет историю, гораздо более раннюю, чем история всех тайных обществ Европы. Что касается масонства, то эпоха романтизма, которая начинается в Европе в начале 19 века, она очень склонна была, как, впрочем, и предшествующий период, только там были несколько другие причины интереса ко всему сверхъестественному. 18 век был очень пресыщен, скажем, удовольствиями жизненными. И то, что за гранью вот этой обычной жизни, которой все было известно, очень привлекало людей того времени. Поэтому различные мистические течения в это время находили очень много адептов. В моде были всевозможные секты, различные тайные организации, вплоть, извините, но общество тайных развратников, допустим, которые вот не просто так грешили, а грешили еще и обставляя это какими-то обрядами. Им и так было интереснее. То есть это приносило в жизнь некую остроту. Французская предреволюционная Франция, она вся была заражена мистицизмом, всевозможными суевериями, различными обрядами черной мессы, в общем, все что угодно, там, вплоть до каких угодно экзотических верований в это время присутствовало. А у масонов, у них, как, в общем-то, все сходятся до настоящего времени, цель была, ну, такого вот своеобразного мистического морального самоусовершенствования. Конечно, была часть масонства, которая занималась алхимией, искала философский камень, но большинство из них читало морально-этические книги, сочиняло их и искало некую истину, которая находится где-то вот там, вот за пределами человеческого познания, которую возможно познать только мистическим путем. Это было очень сильное движение. У него не было так уж много участников, большинство из масонов воспринимали это общество, ну, как, опять же, возможность как-то обострить несколько свою повседневную пресную жизнь.
Плюс к этому завязать знакомства в самых разных слоях. Тем более, что масоны, как всякая закрытая организация, старались своим помогать, поддерживать их. И считалось, что они, в общем, никогда не предавали своих единоверцев, то есть участников той же самой масонской системы, и что очень легко можно было добиться от них помощи, поддержки. Некоторые просто в карьерных целях туда вступали. А самое главное, у масонов была очень оригинальная такая, как у всякого закрытого, опять же, сообщества, где неизвестно, что происходит для непосвященных, но у них была репутация людей очень могущественных. Причем вот именно в силу того, что они занимались много разными тонкими материями, якобы они обретали благодаря этому какие-то сверхъестественные способности. В России очень популярна была байка о том, что масоны, если на кого-то рассердятся, они могут в его портрет выстрелить из пистолета, после этого человек сразу умрет. Естественной смертью, но неизбежно. Вот такие вот могущественные. И вот представьте себе ситуацию, когда наступает эпоха романтизма, и тогда таинственный герой, у которого есть нечто в биографии, что отличает его от простых смертных, человек исключительный. А ведь герои романтизма, если подумать, это в сущности либо преступники, либо люди вне общества, которые попирают его мораль. Это люди исключительные. Ну, вспомните графа Монте-Кристо, вот он такой особенный какой-то, и весь уж из себя страшно загадочный. Вспомните там, я не знаю, Байрона с его персонажами, которые абсолютно на все способны, но в то же время они страшно притягательны. Вот в этой эпохе, когда сместились обычные моральные представления, когда идеалом становится человек, стоящий над обществом, и как-то, ну, в общем-то, может быть, попирающий в какой-то степени его нормы, просто в силу того, что он исключительный. Уж очень всем хотелось стать таким. Ну какой герой романтизма без жгучей тайны? И в масонство устремились буквально толпы желающих приобщиться к этой самой таинственности. Иногда есть смешные мемуары на эту тему, потому что среди русских искателей вот таких вот необыкновенных тайн было много людей вполне доверчивых. Скажем, генерал, впоследствии довольно известный военный историк русский, Михайловский Данилевский, вспоминал, как он вступил в масонское братство с трепетом в ожидании того, что рано или поздно его приобщат к этим самым масонским таинствам. Прошел одну степень, другую степень, третью, двенадцатую, девятнадцатую, дошел до самого верха, никаких таинств не обнаружил и был страшно разочарован. Чего уж спрашивать, стоило время терять, как участвовать в каких-то нелепых обрядах, принимать участие в каких-то пиршествах, которые никому не нужны. А масоны очень любили, кстати, совместные пирования, у них было понятие «столовые ложи». Сидели, пили вино, ну и при этом как бы вот ложи находились между своими. Это было очень модно в определенный момент. Ну и желание найти тайну многих монархов европейских привлекало к этому движению. Помимо шведских королей, которые часто участвовали в масонском движении в России, это был Павел I. А вот Александр I, он был слишком рационалист. Его мода интеллектуальная его времени не коснулась почти. Он побывал в масонских ложах, увидел, что там ничего интересного не происходит, кроме дурацких обрядов, а ему очень не хотелось быть самому смешным. Ну, почитайте, опять же, Толстого, там первый Зухов участвует, то есть его принимают в масонскую ложу, заставляют задрать штанину, оголить грудь, он выходит с завязанными глазами в темноте, потом его колят какой-то шпагой, говорят какие-то нелепые слова, требуют от него покаяния в грехах, которые он совершил. Ну, согласитесь, не всякий нормальный человек согласится на то, чтобы пройти это все. Хотя это было очень важной частью масонского обряда. Вот. И Александр I отказался от вступления в ложу, хотя у него была мысль использовать масонство в качестве, ну, уже существующей в России общественной организации. Не надо ничего нового создавать. Это ему Спиранский, сам завзятый масон, его первый министр предвоенных лет, подсказал такую идею, что можно через масонство влиять на русское общество в целом. Потому что почти все масоны, ну, что еще, все организованы уже, как бы партия уже есть своя готовая. Достаточно просто ее деятельность направить в нужном русле. Вот эта идея существовала, но потом она была отвергнута. И, собственно, вот это вот то, что относится к взаимоотношениям Александра I с масонством. А сам он стал в 12 году, как я уже сказала, человеком рьяно верующим, но именно в мистическом ключе.
У него там случилось несколько очень странных совпадений, которые заставили его вдруг неожиданно поверить в то, что если он уверует, то все с Россией будет благополучно. Это был в тот самый момент, когда уже все рушилось, враг был в Москве, к Петербургу подходили какие-то тоже отряды, там стоял генерал Вингенштейн с армией, надеялся отразить наступление неприятеля на петербургском направлении. Петербург паковал чемоданы, эвакуировались государственные учреждения. У него во дворце была суета, когда все собирают вещи, готовятся бежать, и вот все рушится, уже все падает абсолютно. Александр совершенно не склонен был заключать мир. Более того, он даже заявил публично, что вот отрастит себя вот такую бороду и уйдет в Сибирь, но только не подпишет никогда мира, который будет знаменовать позор его отечества. Но что он на самом деле чувствовал в такой ситуации, сами понимаете, это была катастрофа. И вдруг он видит луч спасения. Вот ему как бы сверху протягивают руку и предлагают поверить, и тогда это все будет. Он начинает молиться и, видимо, испытывает экстаз молящегося человека, ощущение сопричастности к божеству, потому что это чувство поражает его дальше уже на всю оставшуюся жизнь. И в дальнейшем, после войны с Наполеоном, когда Александр становится одним из лидеров Европы, он буквально всю свободную минуту посвящает тому, чтобы вернуться вот к этому удивительному ощущению единения с божеством, достичь мистического экстаза. Он становится таким мистиком. Он ходит в синагоги, в мечети, в молельные дома, общается с различными сектантами, ходит в русские монастыри, общается со старцами. Он пытается найти способ быстрого достижения вот этого религиозного экстаза. Для него это было чрезвычайно важно. И, конечно, для него всякая эмблема, связанная с мистическим единением с Богом, была очень значима. Поэтому, я думаю, это была его инициатива, вот появление такой эмблемы на медали, посвященной сначала войне 12-го года, а потом из граничных походов. Она была уже бронзовая, но тоже с этим самым знаком и с этой надписью. То есть это вот то, что было для него именно важно. Ну а в 1822 году, после того, как в Европе прошла очередная волна революции и даже целеубийств, и политических различных актов политического террора, и когда в России взбунтовался совершенно неожиданно для Александра его любимый гвардейский полк Семеновский, были причины, но это все как бы вот вошло в русло целого ряда событий. Он это воспринял как некий знак опасности. А его давно предупреждали о том, что у масонов есть еще и слава поджигателей различных бунтов. Это еще со времен Великой Французской революции пошло. Потому что там действительно почти все деятели революции прием со всех сторон. И за правительство, и против правительства, и в королевском дворе очень много было тоже масонов. Но по той же самой причине была очередная мода на это дело. Вот, кстати, в 1917 году очень многие деятели революции русской, и с той, и с другой стороны, тоже были масонами, тогда это тоже было модно, уже очередная была волна мистицизма. И даже первые деньги советские, они имели на себе масонские эмблемы, правда, очень недолго существовали. Вот, так что тут, ну, вы знаете, что сейчас вот вся Америка, она там тоже по галону вся состоит из масонов. У них в городе, вот как приезжаешь, у них там три достопримечательности. Вот это методистская церковь, вот это театр или библиотека, смотря что у них там очагом культура, а вот это масонская ложа. И все это, все мужчины масоны, каждый вечер ходят туда, обедают вместе. Все носят масонские перстни. Ну что теперь? И что из этого следует? Так что это дело такое. Мы с вами люди нормальные, рациональные, в общем, как правило, в тайных обществах несостоящие. А тогда вот была такая, значит, тенденция, которая кое-где в мире до сих пор существует. И прежде всего, конечно, масонские ложи, если имеют влияние, то, безусловно, не благодаря мистике какой-нибудь, благодаря тому, что они часто объединяют действительно людей. Это своего рода джентльменский клуб для людей определенного влияния. Они сами по себе, члены этих лож, уже влиятельны, а дальше уже можно не быть масонами, но можно и быть, потому что это очередной способ как бы действовать в своих интересах вот в каком-то кругу единомышленников. Что касается России, то, в общем, все деятели русской культуры первой половины 19 века, почти все, ну, где-то процентов на 80, тоже были членами масонских лож. Пушкин, там, я не знаю, Толстой в молодости, кажется, был к этому причастен. Иногда это было очень смешно для них, а иногда они поигрово забывали на всю жизнь, что они когда-то были масонами. То есть, в общем, вот такая вот мода интеллектуальная.
не хуже и не лучше любой другой. А вообще, помимо масонов, очень много было в это время тайных обществ самого разного характера. И либеральных, консервативных. Были люди, которые объединялись в тайное общество для противодействия революционному движению в Европе. Такие тоже были зафиксированы. Вообще более 150 тайных обществ в России было в период между 815 и 825-30 годами. 150. Ну, скажем, в Петрозаводске, один из небольших провинциальных городов в то время, хотя сейчас это столица Карельской автономной области, там было тайное общество, которое называлось «Французский парламент». Объединяло оно нескольких молодых людей, чиновников, которые служили в местной канцелярии. Город маленький, ни театра нету, ни балов нету, вообще общества почти никакого нету. И вот там же служат несколько 20-летних молодых людей. Они объединились в тайное общество. У каждого было собственное тайное сокровенное имя. Одного звали Кромвель, другого Ришелье, третьего еще как-то на заграничный лад. Чем занимались? А чем вообще надо заниматься в тайном обществе? Кто знает? Они тоже не знали. Они вечерами после работы оставались в канцелярии, брали бутылку водки, брали закуску публики, такие вот круглые, у вас такие, по-моему, на весной, да, знаете. Ну вот, пили водку, закусывали публиками и переводили Священное Писание на карельский язык. Это было очень смешно, потому что язык не имел письменности, они вот эти слова писали русскими буквами и очень смеялись всегда, когда прочитывали результат. Ну а потом, когда вдруг запретили масонские ложи, потому что вот Александр испугался к влиянию в России, запретили другие тайные общества, и все стали давать подписку, что никаким из них не принадлежат, эти люди пришли в страшное смятение, они пришли в панику. И они тут же побежали к своему начальству и покаялись все дружно, что они тоже составляли тайное общество вот такого вот ужасного характера. Ну, слава богу, обошлось, умное все-таки начальство оказалось. А другое бы после вопроса, может быть, и посадило бы всех, потом отправило куда-нибудь ссылку. Пострадали бы бедняги за свои публики. Так что вот, вообще ко всякому явлению надо все-таки исторически подходить. Оно само по себе всегда связано со своей эпохой. Может иметь разное содержание при схожих формах. Вопросы еще есть, Карина? Что случилось в Питере, когда взяли Москву французов? Что взяли? Москву. Ну, Кирчев сделал свое дело, он отбил на этом направлении с Алгазума. Французы туда не пошли, отказались от мысли взять Петербург, и все вернулись на свои места. В общем, все закончилось благополучно. Вообще, вот как бы, ну действительно, после того, как Александр уверовал, ход войны начал изменяться в лучшую сторону. Как ни смешно, но это именно так и получилось. Бывают странные сближения, говорил Пушкин. Действительно, иногда бывают какие-то необычные совпадения в истории такие, что вот поневоле начинаешь задумываться о том, как это все делается, откуда все это происходит. Может быть, действительно, какие-то внешние причины есть, независящие от человечества, того, что так или иначе разворачиваются события. Центъра за източни езици и култури беше така добър и гостоприемен, за да проведем именно във вашата аудитория тази лекция. За това специално благодарна за това партньорство. Я очень извиняюсь, что здесь очень холодно. Разрешите то. Другой аудитории, потому что здесь очень холодно. Спасибо, ради Бога, аудитория великолепная, даже для подвозящих подходящих. Но поскольку про Лермонтова, мне было очень интересно ваша лекция. А завтра будет третья, это еще не конец. Ну, завтра будет такая, скорее, страновеческого характера. Лекция, посвященная русской семье. Ну, я в основном сходила с того, что когда попадает в руки текст, посвященный другой стране, не всегда все реалии понятны. Вот какие-то реалии хотелось в этом плане прояснить, ну и немножко коснуться современного состояния этого вопроса. Это все-таки одна из основ любой жизни, любой страны, тема семьи. Вот. Вера Михайловна, специалист из русского ежедневия и далечной самополитической истории, одна от монографии посвятена на повседневной жизни в 19 веке. Поэтому завтра будет лекция именно об этом в Союзе журналистов Болгарии. Это будет третья и последняя лекция. Но мы надеемся, что Вера Михайловна будет снова приезжать, и мы очень ей благодарны. Ну и в связи с нашей ситуацией я тут вспомнила про Лермонтова. Вы
про Бородино, да, были люди в наше время, не то, что нынешние премии, богатыри. Ну, Лермонтов сказал не мы, то есть не вы, я бы сказала не мы. Ну, не все, во всяком случае. Но вам спасибо, дорогие друзья.